Эль Прима. Давай, давай, Эль Примушка, давай. Давай. Иди, гад. Так, все, отходим. Они бешеные какие-то. Пошли отсюда. Так зачем? Я говорю, отходим, они бешеные, я тебе объясняю. Но Эль Прима себе подназабирал. Вау-в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 ау. Ох ты, я себе выдал. Ё-моё, как я так мог выйти? А ну-ка. Все. А, да, там, кстати, сидит он. Кстати, он там сидит. Эль Примушка. На, получи, Эль Прима, на. Давай, давай, где моя супер? Почему он не включается супер? Если бы этот не вонючий робот. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья, привет, ребятки, и играем мы снова Brawl Stars, и играем вместе с Мерхабой, да? Мерхаба что-то там подзавис тогда, в тот раз, а сейчас отвис, и будем играть вместе. Идем. Вон, смотри, что здесь творится, ты что там стал под огнем-то, алло? О, убили его. Убили. Ладно, убили так убили. Так, а вон, смотри, видишь, бегают за мной. Ой-о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 й, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. На, получай, 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 гад, а что, убегаешь, да, Ванечка? Сейчас, подожди, нахлобучу я тебя. Видишь, какая крыса, как крыса себя ведет. Бегала за мной, нахлобучивала, а как вот в бой со мной вступить? Так нет, я крыса, оказывается, и убежала. Вот такой вот игрок. Вот такой вот, такие игроки тут попадаются, как крысы. Сначала... Что-то там пытаются нахлобучивать, а потом убегают. Боятся. Ну нормально я его подбил. Чуть ли его практически не убил. О, на, получай, вонючка. Нет, не хватило мне. А Мерхаба, что с тобой случилось? Ты там умер где-то, что ли? Ну ладно, хотя бы 2 кубка мы заработали тоже весьма неплохо. Так, все, выйти. Так, что-то опять начинается с Мерхабой. Опять он... Непонятно, что он хочет. А, готово, ну поехали. А зачем выходить было? Можно было сразу нажать на готово, и все. Так, смотрим. О, смотри, сундук. Этот сундук я беру. Ты давай иди куда-нибудь в другое место, бери там в другом месте сундуки. Слушай, он, видимо, решил прокачать себе Барли. Не знаю зачем. Он чисто с Барли играет, и все. Понял? О, Эль Прима. Давай, давай, Эль Примушка, давай. Давай. Иди, гад. Так, все, отходим. Они бешеные какие-то. Пошли отсюда. Так зачем? Я говорю, отходим, они бешеные, я тебе объясняю. Но Эль Прима себе подназабирал. Вау-в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 ау. Ох ты, я себе выдал. Ё-моё, как я так мог выйти? А ну-ка. Все. А, да, там, кстати, сидит он. Кстати, он там сидит. Эль Примушка. На, получи, Эль Прима, на. Давай, давай, где моя супер? Почему он не включается супер? Если бы этот не вонючий робот, я бы выиграл. Да, робот-вонючка стоял. Да. Я не знаю, почему он постоянно за Барли играет. Блин, поменяй другого игрока, алло. Готово. Да. С этим Барли, Барли. Ладно, хочет за Барли, пусть играет за Барли. Чушь я ему постоянно говорю, что не играет за Барли, он все равно играет. Так, сейчас этот открываем. Все, я взял один кубок. А ты взял кубок? Нет. Нет, конечно. А, нет, смотри, он 2 кубка взял. Как так? Слушай. Вот здесь вот все хитрецы такие. Алло, меня убили. Ну, потому что стоит разве в начале игры драться с этим динозавром? Драконом вот этим. Зачем с этим драконом драться? В начале игры. Потому что все хотят. Все хотят заработать. Все хотят заработать вот этого, понабирать вот этих кучек всего. О, иди сюда, убил меня все-таки. Да, мы опять проиграли. -3. Да ё-моё, не. Ага. Слушай. Ладно, знаешь, что я делаю? Да, я выхожу из команды и играю я один. Я сейчас один сыграю, и я выиграю, я просто не займу 1-е место без Мерхабы. 1-е место займу. Вот как увидишь, вот увидишь. Так, не нафиг. Нита вонючка здесь бегает. О, сейчас я с ней сейчас буду еще драться. Смотри, это Нита вонючка идет до меня. Это ж надо быть такой глупой. На, получи! Кто выиграет, думаешь? Ты думаешь, ты выиграешь, а?
Ты думаешь, ты выиграешь, да? На, получи. Нет, она... Гадина, вообще гадина. Как вот... И вот есть же такие, да? Вот есть же такие гады, а? Сейчас я посмотрю за этой ниткой, что она будет делать. Блин, вообще чуть-чуть. Да я так и знал, мы сейчас будем драться с этой ниткой. Я так и знал, что кто-то из нас выиграет, кто-то из нас проиграет. Но Нита, естественно, чуть-чуть, буквально на волосочке. Все, она была уничтожена. Ну, хотя бы, что у меня ноль. Не минус. Так, ладно, играю снова. Хотя бы не минус, это хорошо. Если Кирка Карла ударится... Чего? Не прочитал, я не успел. Где я тут очутился? Опять в этом же месте. Ё-моё. Так, ладно, быстренько вот это открываю, а потом наверх я иду. Есть, иду наверх. Одна баночка есть, уже хорошо. Так, я открываю сейчас следующую. О, 9 бойцов, смотри, кто-то кого-то убил. 8 бойцов, нифига себе. Так, баночку я себе забрал. 7 бойцов, нифига, там бой не идет. Сейчас я посмотрю. 6 бойцов, да ну нафиг. Эль Прима убил Эль Прима. Это что-то серьезно, если Эль Прима убивает Эль Приму. Так, вижу, вижу, кто-то там дерет. А, Кольт. Но у него аж 7. О-о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 -
О, тут тоже, смотри, война. И все, смотри, думают, кто будет забирать. Ха-ха-ха. А, ребята, я тут сижу вообще. Так, Эль Прима забрал. Нифига себе. Да, против Эль Прима мне сейчас уже не пойти. Да, вот так вот. Где-то здесь Эль Прима ходит. Мне нужно сейчас немножко сюда отойти. Здесь постоять. Трое бойцов осталось. А, вот они, кстати, внизу-то и дерутся. Давайте я нахлобучу, пожалуйста, нахлобучу сейчас тебя. Давай, 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 давай. Ах, нет, он не успел его нахлобучить. Да, но у меня и супры не было. Поэтому я его не смог нахлобучивать. Посмотрим, последим за Эльпримкой. О, он пошел в облако, дурачок. Сейчас он получит щит. Вот, все, он умер. Убили. Эльприма. Да. Получил я немножко, я отыгрался. Я сейчас еще хочу немножечко отыграться. Розочкой. Взять еще себе немножечко. Кубков. Главное не умереть. Так, а я сейчас вот... А, нет, Брок бежит. Ё-моё. Ладно, Брок, бери эту, я беру эту. Давай поделим нормально, по-братски. Ты тот берешь, я этот. Все. Ну, зачем ты меня стреляешь? Скажи мне, идиот. Идиот, конечно, идиот. Так, а я сейчас быстренько вот эти банки, если возьму, то будет вообще классно. Есть, есть. Иди нафиг, иди нафиг. Да, иди лесом. Ну все. Я, главное, взял, что хотел. Теперь могу уйти отсюда подальше. Ой, хорошо, ребята. Сколько я банок понабирал. А вот этот Брок, идиот. Ну, ты взял банки, я взял банки. Ну, поделили, честно. Каждый друг другу взял, да и все. Зачем идти бежать, убивать, да? А, вон, смотри, Роза бегает, смотри. Мне надо ждать здесь. Потому что у меня такой игрок волшебный. Я из засады кого-нибудь могу убить спокойно. Ладно, идем дальше. Никого здесь нету. Вот, сейчас сюда зайду. Так, Роза где-то там бегает. Слушай. Ну, я знаю, что Роза там сидит. А, вот она, видишь. У нее 6, а мне 5. О, давай, 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 Эль Прима. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас робот, 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 робот. Давай, 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 давай. Розочку фигачит. Во! Слушай, сколько роз, они все прячутся. Все розы прячутся. Давай, давай, давай. О, сейчас Роза. Видишь, это нахлобучило эту. Блин. Плохо, конечно. О, Роза, молодец. Смотри, сейчас они будут драться. Ох, они меня увидели, да? Что я тут сижу? Ох ты, ё-моё. Роза, давай. Так, а я сейчас сюда пойду. Так, интересно. Давай, 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 я Розу сейчас нахлобучу. Есть! Нахлобучил! Я нахлобучил эту розу. Ну, не молодец ли я? Да это шикарно было, ребята. 10 кубков я заработал. Ой, как красиво получилось вообще. Очень красивая игра только что была. Играем снова. Да, игра была сейчас только что очень красивой. Да. Роза пошла на меня против робота. С роботом она воевала. И я ее нахлобучил. Слушай, Кольт. Ты чё так живешь-то? Как крыса, а? Ты чё как крыса себя ведешь? Давай, давай, иди сюда. Иди, 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 иди. Иди, иди. Чё, давай, давай, иди ко мне. Иди, пожалуйста, иди ко мне.
Ну, давай, давай. Я примерно понял, что ты хотел сделать. Да. Я примерно понял, что ты хочешь сделать. Да. Идиот. Так, он получает немножечко силы. На тебе, гад, на, вонючий. Так, а ну, у нас там далеко, в принципе, она находится. Ладно, мы немножко по-другому поступим. Так, там война идет. А я здесь потихонечку сейчас стану. Ладно, дайте мне хотя бы одну банку взять. Все, я взял одну банку. Хотя бы одну. О, вот еще банка. Ух ты, тут сколько банок. Ребята, иди нафиг от меня. Че ты до меня пристал, алло. Так, этот вонючка за мной гонится. Так, робот гонится за мной. Так, мне надо куда-то спрятаться. О, кольцо сейчас, кольт забрал все. Ё-моё, кольцо забрал. Пусть он до меня подойдет, кольт, я его убью нафиг. На тебе, кольт вонючий. Ах ты, ё-моё, убил его. Офигеть, вот это реально была бойня. Офигеть, очень, очень даже красиво. Я не помню, даже, наверное, ничего не озвучил, просто это была жесть. Ух ты, мне даже еще и жетоны дали. Офигеть. Еще и мне их жетончиков понадавали. Хорошо, молодцы, спасибо. Да, ну на этом мы, конечно же, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр, за ваши лайки, они мне очень помогают. Всем до новых встреч, всем пока-пока.